знаешь, этого Холи Пау, чел, мы ему полностью собрали. А я знаю этого уёбка, блядь. Миллиона два вроде оставил. Нихуя. Жесть. У него и ШМ, и Волонир, блядь, нахуй, он БГшит, да хуя. И ВК у меня тоже ачивка есть 50 из 50, мы вторыми, получается, там был второй рейд, и мы вот вторыми на сервере закрыли после мейнстатика. Этот, а ИВК, ИВК? Я же говорю, вторыми на сервере закрыли. А кто первыми закрыл-то, блядь? Первый статик. А, типа ты во втором был в статике? Да, я во втором статике был, я додиком был. Геру ты сними, оп. Так, а чё? Да вы заебали, так вы идите нахуй с инста. Я зашёл, сори. Так там никого уже нет, вроде. О, кто это такая? Кому нахуй РС-ку нужно? Тихо нахуй. Иди нахуй со себе, это ТГ. РС пойдём. Надо РС-ка нахуй. ИВК? Ну, сейчас уже поздно ИВК, может быть завтра. Или послезавтра, хуй знает. Завтра мы каратреса 4 часа, парни. Нужен токен, мак. Послезавтра. Выйдите нахуй оттуда, кто там сидит? Никого нету? Никого нету. Так, поставилось. Поставилось. Пошли быстро разнесем. Кто там? У нас так мало. Че так мало на турику? Тут так мало. Че мы все ли? Ну, одни 10, ну, все дни. Соло захилишь, короче, нахуй. Так, Леха, ты идешь? Не-не-не, снова я ШП. Швяли ШП, ты же ДЦ, нахуй. Давай в ДЦ. Я ШП уже, все, у меня два куска уже есть. А че, у тебя хилоспека нету, что ли? Есть тоже хил. Ну так давай в него, блять. Я просто не уверен, ну, ровист вообще не хил, нахуй. Кто хилить-то будет? Я что ли, нахуй? Ну ты хилить. Никто не прохилил, нахуй. Ребята, всем привет, че око пронесли? А, блять, пизду. Ну, да. Келли зафармили на изи. Ну я не готова, я хилить. Нихуя ты, блядь. Это, давай хелла спекнись, а то их убьет нахуй болтар, давай спекнись. И ты тоже мутвы спекайся. Аж смешно, блядь, стало нахуй. Челики офнулись, они зайдут на кого-то? Рарли, ЦГ. Да у меня переставлено все нахуй, я даже, блядь, ничего не нажму. Давай делай, ну я хуй знаю, пока трэш бьем. Ну или кого-то спекать надо, искать нахуй. Пока тут нет нихуя, сука. Захилят Транквилла, ты и Азвания. Слава. Да заебал, это. Спекайся, блядь. Покидаешь нет. Этот, не, как он называется. РС-ку быстро, нахуй. Быстро проходим. А где Локи, нахуй? Бля, у меня хила спека нет. Я распилил. Пиздишь. Так ты ему ГП просто отдаешь, конечно, он его распилил. А ты... Ебанись, как я тебе камень сделал? У меня Юва на этом, нахуй. Сейчас, погоди, я в друида спекнусь, нахуй, то подохните, нахуй. А это, плюсуйте, нахуй, кто там, заходите. Куда все съебались вообще? Что за хуйня? Заходите в это. На твином. Ну, твином каким-то кто-то еще есть же люди, нахуй, заходите. Не, ну так-то, по сути, если я, блядь, тут залутаю вот эти обычные, блядь, то нахуй, если с ХМ можно не лутать, блядь. Мне, в принципе, их хватит. Мне их хватит. Если тебе капы именно нужны. Блядь, они что, выпали, нахуй? Нет, так я, в принципе, говорю, блядь, что нахуй, я просто говорю. Вот это ролики, блядь. А кто мейн-то у тебя тогда? У кого? А кто был мейн? А кто был мейн? Какой класс, нахуй? Тихо, нахуй. Ирпал? А как ник Ирпала? Немезида. Да пиздишь ты, блядь. Red Sig, ебай, топовый ник. Sig, я понял, нахуй. А куда ты сикаешь там? Я люблю тебя. Кто там пиздит? Он дроид инвалид похилит. Ой, слава Господу Богу, блядь. Чё, на камень есть там? Равис зайдет, нет? Равис тут? Вообще стараюсь, ну завису, ну вылетел. Шалфи, где, блядь, делся, а? АБМ, блядь. Заходи, Тантос, блядь, в РС. Да, Ванька съебался. Идите, да мы на чистите камни трэш. Стараюсь. Чистите трэш. Чё, кого суммонить? Да кого суммонить, это? Пускай летят, пошли мы бы убить. С Долорана тут недалеко. Будь здоров. Все. Извините, если что, я сегодня излишне агрессивный. Что такое? Не в настроении? Был бы человек ты, сука.
где-нибудь, хуй знает как. Залипательная песенка. А что если сделать видос и там в начале на болтар отпекнешься? И в начале включить этот что-нибудь. Ебобаный Абема, блядь. Да не, что-то я, блядь, другое хотел. Че, всех суманули? Типа нарезку вайпов таких и какой-нибудь крик там Абэмы, там твари, чем-нибудь там выебу нахуй. Да, там, и потом, а в конце нахуй, а в конце, когда убили, уже все такие говорят, о, ебать, убили. И такой этот Абэма такой, я люблю вас, побежали. Нахуй. Я люблю вас, нахуй, такой, блядь. И, блядь, сука, вот, нахучивай, блядь, как старый креатив подъехал. Сука. Мне кажется, рофл будет, блядь. Опа, нихуя себе, серьезная заявка, нахуй. Такое? Смотрите осторожно, потому что, ну, там стоячий, конечно, трэш. Это надо и берсу снимать еще, смотрите. Вообще фею снимет. Равит, ты где-то? Ну да, сейчас уже. Ну смотри, сейчас мне надо это, давайте. Ладно, сейчас это убьем. А кому-то нужна милишная или хиловская чашка? Милишная, надо мне на мишку, нахуй. Все, потому что понял, на мишку для ока. Все, понял, а хиловская? Хиловская? Я бы взял на третий спек, но тебе, а тебе на кого надо она? На транквили да, надо на мэн. Тоже на эрдру. А, ну все. Ты-то видишь, редко совсем. Надо нам действующим хилам закинуть. Транквили. Да. Ну, он транквили. Транквил, а что там с хапалом твоим, кстати? Да, когда будет? Когда замена мне будет? Говори. Когда ты наш будущий топ-1 будешь уже? Слышишь, друид инвалид, ты тут? Да-да-да. Я хотел вот у тебя поинтересоваться, ты как вообще смотришь на то? Ты, ну, нормально же в гильдии остаешься, все, типа, ну... Единственная проблема у тебя, что ты приходишь на час-полтора позже сначала РТ. Да, это так, да. Ну, типа, даже невзирая на это, типа, если ты решаешь оставаться, типа, если, ну, как объяснить-то правильно, нахуй? Ну, ты сам как думаешь, тебе нормально все устраивает? Ну, абсолютно, ну, мы вот, с вами весело. Ну, вот, я просто думаю, тебе делать волонир, блядь, вот, даже похуй, что ты не сначала РТ сидишь, но это дохуя даст на боссах. Ну, в будущем. Того же каратреса будешь приходить тратить, это будет пиздец, огромный абсорб. Сход. Ну, мне слушай, а у нас Ршам же один или несколько? Ну, Ршам у нас постоянный бидон только. Ну, он опять... Он потому тоже... Остальных двух невыгодно. Ну, им как бы можно он собирать... Им можно собирать, но... Где-то попозже, нахуй, то есть. Ну, я сейчас. Думаю, тогда холиком, потому что этот был Ршам, когда на собирации ЛК проносили, там очень был захил жесткий у Ршама. То есть его был захил 4 миллиона, и пуха его плюс 2 миллиона, как ни с того ни сего. Что надо сделать, чтобы у меня 24 заработал? В смысле, а что у меня не работает? У меня не работает. Откуда? Может, талант не вкачан. Какой талант там был? Не знаю. Как это, блядь, не вкачет? Это... Смотри, раз болтара запускаете, смотрите, там патруль есть. Вот я метки на него повешу. Его нельзя спулить. Да. Охуенно. Пока два танка, ну ладно. Чё, да не сдохните нахуй, чё, блядь, жирные. Смотрите, патруль как раз идет сюда. Оттягиваемся подальше. Быстренько рейндж набираем. РДшники уже сюда отойдите. Только в ту пачку не заведите. И патруль. Сейчас вот где босс стоит, там патруль туда придет скоро. Ну и давайте хилим. Хилам освободите центр, вот эти дерево. Отойдите ханты отсюда, съебитесь куда-нибудь. Место хилам прилетит. Нам надо стоять и хилить. Махила, вот патруль, смотрите, сейчас нужно, чтобы он ушел. Еще сейчас откидка будет. Не стойте спиной к патрулю, потому что вас откинет. Это, смотрите, чтобы в сторону патруля не откинул. Откинет даже горгулью, нахуй, убей горгулью, отзови ее. Как нельзя, да? Гаргу не откидывает. Сейчас, ну, смотри, чтобы в ту сторону сейчас в дерево не откинуло никого. И в ту сторону откинуло тоже. Блять, сагрли. Мудаки, сагрли. Нахуй. Кто это, нахуй? Сейчас я скажу. Я блядь. Скажу, блядь. То ли Дрин, блядь.
Это новый стиль такой, да? Типа трэш не чистить. Ну да, охуенный стиль, мне понравилось. Теперь бейте и трэш, и босса. Сможете? Нет, не сможете. Ну тогда давайте падать, нахуй. Нахуя, ну... Думали за 20 минут пронести, а здесь, блядь, вышло, ну, нахуй, за блядь. Час, да? Не, просто надо бить, либо в патруль не отлетать. Видно же патруль, где находится. Просто надо быть людьми. Человек, нахуй, блядь. Абема, блядь. Абема, ты тут? Рип холидринг, блядь. Абема, блядь. Абема, абема. Что ты в мобов отлетел? Я выбрал еще челика, думаю, кто же это такой, блядь. Лучше б не называл, да? Пошли бить потихоньку, вставайте, блядь. Надо убить этих мобов. А то, блядь, и этих, и тех патрулей, блядь. Видишь, люди отлетают, нахуй. Вот эту большую пачку, ту большую, и тот патруль маленький надо. Давайте уже все тут. Че, я в ДЦ спекнусь? Ты что, не в ДЦшнике, что ли? И все это время в фолике был. Был бы ты ДЦшник. Ёбаный. Абэма. Ну и приелась эта хуйня, да? Это же болезнь, наверное, такая, да? Абэма? Нет, когда хуйню всякую несешь. Синдром Туретта. А, не, называется пиздобол. Пиздоболие, да? Да, да. Ой-ой-ой. А миликам стан и притяжку не проще дать, да? Надо лутать по пол хп дамага, блядь. О, блядь, да ну нахуй, реально что ли? Умеете притяжку юзать? Может еще и удар по почкам? Да ну нахуй, да ну нахуй, ебать, а это кто? Что так, можно? Там ЛМА, он спрашивает, у нас психиатра в Хильде нету? Не, нам не поможет уже нихуя, брат. Я психиатр, нахуй. Ну я ебанутый, но психиатр. Ну да ты, какой ты, блядь, психиатр, блядь, угомонись. Я могу вылечить, нахуй, ваше душевное спокойствие, нахуй. Психиатр, блядь. Первые четыре буквы. Псих. Да, вот, блядь. Так как, блядь. Ой, да шуя. Че, можно фрик анекдот ебануть, парню? Ну давай, только не про негров. Не, не про негров. Короче, смотри, приходит молодая пара к психиатру, понял? Так. Говорит, ну, так и так, не можем, типа, завести ребенка, не получается. Уже все, что только перепробовали, блядь, и к бабкам, и к деткам ходили, блядь. И ко делали, все делали. Психиатр такой смотрит, мужики, вы что, ебанулись, нахуй? Сука, про пидора, блядь, только не это. Я же обещал не про негров, ну правильно? Ой, блядь. С этого все начинается. Так много вертона, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Никто не знает, что такое окно вертона? Не. К сожалению, блядь. Или может быть, к счастью. Ну, вы сейчас забоюсь с мини-боссом, или трэш бьете? Трэш бьете. Говорят, дуракам... Живется легче, ну типа меньше знаешь, крепче спишь там и так далее. А это факт. А если умнеть начинаешь, сразу понимаешь, как все хуёво вокруг. Да, да, можно загнаться нахуй еще долго. Это факты, уёб. Пробудитель. Давай, бля. Вот крест, да, череп, нахуй, им нахуй, надо сбивать каздер. Ясно, нахуй. А, ну ладно. Как дела, блядь? А Юля, отдай, я его заберу. Да, блядь, его переагрил, кто-то его, блядь, развернулся, мне в ебало дал. Да, да, расскажет. Коль. Да это ты, нахуй. Вот, ты смотрел «Горбатую гору»? Он ее снимал. Я думал, он ее режиссер, да. Не. Ты реально не смотрел? Нет. Мне все время челики советуют, говорит, гора, говорит, какая-то нахуй. Но я так задним чутьем понял, что это про пидоров что-то. Задним, да? Задним чутьем, блядь. Что это за чутье у тебя, блядь? Понял. Блядь. Бля, ладно, это было. Так думает, хорош. Я пизданул, не подумал, блядь, а вы ржете. Я даже не понимаю, про что там, блядь, мне как бы похуй, реально. Там как раз про...
Задний чутье. Твое заднее чутье не подвело. А заднеприводных там, блядь. Я про это и говорю. Чутье, блядь. Не, сори, я такое не хочу смотреть, блядь. Походу, вот из этих, блядь. Из гомосек. Не хватает, не хватает. Михалыч, ё-моё. Кто чувствует задним чутьем плюс чат? Я в Хогвартс поиграл, мне там хватило нахуй. Там, блядь, бабы выходят, такая барменша, и голоском мужика начинает пиздеть. А на Грифоне уже летаешь? А в Шреке типа окей. И заднее чутье заиграло, да? У тебя корешка? Ну там, короче, этот, ёбаный, надо на урок полетов идти, короче, нахуй. Вот там остановился. Ну да, я когда играл... Я когда играл Хогвартс, я сделал себе негра в дредах, нахуй, и сделал Никси Дилер, нахуй, в Хогвартсе. Чтобы вы понимали, я себе там очки талантов взломал, нахуй, и все вкачал. И мне дайте очень... кулак, да, дайте понятно. Лапку. Я потом в ДД спекнусь, они и так закинут. Подожди, или Хелла спекнуть. А кто третий танк, Хукмастер? Я понял, нахуй, как там под ебалом нормально, да? Я, если что, стоял у него между ногами, а он, походу, меня, блядь, это самое... О, еще один. Он меня, походу, свои... А куда вы тела покинули? Нахуй поставали? Нахуй поставали, в натуре бить полгода будем ебать. Дайте пароньки, кассу, это как кулак. Каска на тебе висит, моя. Кулак? Кулак, кулак. Был бы человек ты... Лапку дали. Хуй знает, как. Пасифея, что тоже под ебалом нормально, да, стоит. Тело зачем покидать? Пиздец, всем охуем с вас. Ой. Ну, конечно, все на приколе. Ты что, рыгнул сейчас только что, нахуй? В смысле? Ну, что-то было такое, блядь. Кау? Кау, блядь! Ты что-то перепутал. Ну, то есть кто-то рыгал, нахуй, это отчетливо слышал. Ты отчетливо ошибся. Я солевой сомелье. Ну чего, ты скажешь, нет? Чего, блядь? Ты с какой прической гоняешь? С корешкой? Че это такое вообще, блядь? Я не разбираюсь в прическах. Какая корешка? Я сам подстригаюсь. Да. Я с картошкой гоняю. С станком, блядь, или что? Он скинхед, нахуй. С станком, нахуй. Ну, в смысле, станком это, блядь. Ну, фрезеровочно? Машинка. Ты знаешь, что такое каре? Каре, ехренка, ёбка. Знаю только харе. Кареш, ты говоришь, типа, задним чучьем часто чувствую. Все, не напрягай, деда, он сейчас, у него мозг сломается. Ну, блядь, не грузи, нахуй, я не понимаю, нихуя. Бля, реально, будет 31 год. Чё, блядь? Так, брат. Да он чисто заходит в парикмахерскую, там тебя, Симба. Там сразу эта женщина такая, так, ну понятно. Я понял, нахуй. Спасибо, что подвели прямо... Так, блядь, ты посмотри, как он его держит, нахуй. Да, да. А как опродакт там оказался, мне интересно? Где? Хороший вопрос, кстати. У нас Фредди. Помочь пришел, нет? Не, он типа про то, что под лесом тоже... Урон поделить? Прыгнул в ДД. 10% от... Слышишь? Пришел разделить. А друиды... А, захилят они, нет? Это, быстренько забегаем. Блять. Да там еще не зашли в рейд. 25 дамажит 10%. МВП надо закинуть. Подожди, там природы. Еще Рома Панк, нахуй. Давай его в хила, нахуй. Хил это больше даст. Может, а чё, подожди, Витя, а тебе чё, не знаю или чё? А, блядь, чешка штука. Каску, кулак, лапку. Я в ШП ещё раз. Всё. Да ты заебался своим ШП, блядь, нахуй тебе ШП этот, удаляй его нахуй. Да. Не, ШП это заебись тема, блядь. Нахуй, вот именно, ты сам сказал его делать, я его и делаю. ШП это геев, вообще. Так а чё, спек, чё, спек, что ли, типа ты удалил или что, я вкурить не могу? Ну, у меня токены на ШП, я открыл, вот, играю. Нихуя не понял все равно, блядь. Куда спек делся до ЦМ, блядь? Нету, что? Пиздишь? Жопа, ну что там, место у вас есть там еще? Сейчас, нахрен. Да я тоже приехал домой, вы что? Твоя задача передамажить ШПшника одного, нахуй. Справишься, блядь, 500 ГП дам. 500 ГП дам? Тому, кто кого он передамажил? Что-то как-то невыгодно. Да. Не тому, кто передамажил. Сделка отменена, нахуй. Не справишься, косарь, нахуй. Еще хуже, нахуй.
Давайте 500 ИП, я его уничтожу. Ты даешь чисто выбор. Выбор без выбора. Еще раз. Я понять не могу. А, так, я послушал, что там, что там за 500 ТП делается? За 500 ТП, брат. За 500 ГП. ГП раздает. За что? Хочешь? Аттракцион не видан еще, но еще здрасте. Но он дает типа тому, кто передамажит... новая гильдейская акция. Да-да-да, каждый день теперь. Просто практикуем, а что он в апгрейде делают? Да, по 500? Чилят. И колу. Да, и колбу, пожалуйста, с профессора. И удар по ебалу еще сверху. Опа. И по яйцам со зворота, пожалуйста, еще можно? Воин, походу, гопником подрабатывает. О, время. Подрабатывает, блин. Есть гопник, но... Да. На пропускной такой сидит. Слышь ты. Темки есть. Ты уже есть? Ты бьёшь ЧВК, Редан? Чё, я, блядь? Чё, не это, шаришь? Блядь, не русский язык. Я что-то видел, но, а нахуй... но я не вникал, типа. Ну, типа, частная военная компания? Ты уже вступил туда, нет? Какой вступил, блять, в Беларуси, нахуй мне эти ваши ПВК, блять. Пиздец. Я думаю, ты знаешь, что такое Dead Inside-ик с паучком на спине. Там надо сопеть, а ты в ЧВК? Бля, я тебе представляю, знаешь? Давай. Это, ты заходишь на Мордаунд, нет? Да, захожу сейчас. Уже зашел, блядь. Что он делать-то будет? Нахуй нужен. Пассифей, ты тут? И шляпа модная. Я буду по этой, как его, группе поддержки. Понял. Заходи. Я, прикинь, мы настолько в геру, типа, ходим, что я забыл, что делать в обычке. Так. Это же самое. Это же самое. Так, Хэлла, да... ты что, хилить будешь, Хэлла? Да похилим, мне без разницы. А кто где танчит? Короче. Дринк свет, Вилаша тьму. Давай вот так, дринк свет. Надо у кого-то в тьму, нахуй. Туда сильного, блядь. Давай туда водикон. Ну, хукмастер он. ВП сюда, блядь. Вот одного водикона там хватит, в принципе. Так сюда. Я не бил в тьме. А чё там, блядь, сложного? Сильный, а типа, ты... своим присутствием там вдохновлять людей. Ну, чё, у меня 2 секунды каст, я подлезаю, вообще не бил. Почему? Нормально. Ну, так ты понял? Смотри, лезвие побегал, встал по касте. Лезвие побегал, встал по касте. Ну да, 3-4 коста там, хули 8-10. Какие 3 коста? Да, да. 10 секунд лезвие идет, 20 нет, нахуй. Вообще заебись там все. Тем более за там... лезвие еще 2 коста кинуть сможешь. Тем более там один шар всего лишь. Где бичи чип? Трэша тут нету, да? Я лечу. Первая, вторая тьма, третья, четвертая свет, нахуй. По хилам... Хэлла, Транквилла, Друид, Инвалид в тьме, а Вилания, Соло, Свет, нахуй. И все, пиздец. Бичи чип, в натуре 31к хп в протоспе. Я ебу, блядь. То есть я... Вообще-то, я фурики. А ты фурики, ладно? Просто да, кажется. Чего? Я думал, ты бичуга. Чего, Вилания? Я не вхожу даже на 8, правильно же? Да. Окей. Бичи чип. Заходите. Я пока до... в эти... Получается, что так. Да. Там, ну, трэша же нет. Нет, да? Я забыл, пиздец. Есть трэш, я чё, пуль трэш. Так, я так понял, у нас все... От огня возьми. Дыхните, занимай. Кольдринг тут? Давайте. Все ДКшники у нас, так понял, во тьме, да? Да, за линию зайдите, ДКшники, сидите, чилите. Мастер, подаёт чё тут. Что? Ты вступил уже в ЧВК, Кардан? Ебал. Чего? Ты не вступил? Походу нет, бля. Пиздец, я думаю. Ты еще ебанутый под. Да, он там приканулся, походу. Смотрите, блядь, стою далеко. И еще успевают метеоры убежать, нахуй. Гайд, нахуй. Небеса в говне. Да. Ну, Танатос-то, конечно, был бы... Да, Танатос вообще бич. Бать, как ты в экзальте... Бля, я свет выносил. Как ты в экзальте доиграл? Свет выключили. Свет выносил, говорю, бля, мужики. Ладно, первый лайфхак... Первый лайфхак... Ты пидорас, я смущаюсь. Если в вашей комнате стало темно, включите свет. То значит, там я. Бать. Еще бы голосом поребатый. Эй, бля, я пидорас и... Привели. Бля, ты чё, уже? Да. А где треугольник? Пиздец, треугольника нет, где ты чё, блядь, не доих? На стуле увой, да. Га-га-га. Нормально.
Кто это пиздит вообще? Это Калатас. 228. Калат. Канцелят. Томатас. Был бы человек... Поверни немножко на нас, босса. Звезду отходим. Ага. Хорош. Звезду. Назад от босса. И вот смотри, вот этот шар, ты будешь от лезвия убегать. Начинай потихоньку двигаться. Скоро лезвие будет. Вот они, лезвие. Все, вот так и двигаем. Где исчезну, там и появится. Всё, да, я же думал крестом, нахуй, крест на крест. Че, ебанулись, это обычка. Я уже... Это обычка. А чё тогда похуй? После этих слов Захар... Я вот сейчас подумал об этом. Лезвие 2 секунды. Смотрите, в шар не забегите, на ком сейчас метка будет. Выноси. Стоп, дамаг по тьме. Это, и вот портал спереди. Сейчас босс дыхнет, все, пошли, быстро тыкаем. Ушли. Сука, тыкайся, мразь, тварь. Небеса говняк. На танке. Внутри не сдохни там. Захиливай его, блядь, Авелания. Да он сильный. Отойдите от лужи, нахуй. Во тьме притормозите. Ну диспель себя, нахуй, хули ты стоишь-то? Диспель, ебать. Я понял, ебать. Теперь ты должен сам себя диспелить, не ждать никого. Нас под ДД. А что там, свет, как там с уроном? Этот, может выйти мне? Нет, не надо. Рома Панк, давай Геру. Вы там хильте, это Авелания прошляпил, блядь. Кого прошляпил? Ты живой, блядь. Вот, нахуй, а, Рейвнос не только свободу. Убежали, метеор слишком прям под боссом, нахуй, быстро убежали. Я в ахуе с вас. Так, сейчас будет 40. Давай. Да. Полтинник. Сейчас должно быть 40, мы должны передамажить их. Давай, Хэлла в тьме Геру. Ой, это я, блядь? Я себе, блядь. София, вынеси. Я себе, блядь. Тапки, блядь. Да метку только не повесить. 30 нахуй. Давайте в тьме посильнее, блядь. Я пойду в тьму, короче, побью. Ты твой слабый. И ты слабый, пиздец. Да, блядь. Там лезвие. Лезвие? Да, вот да и похуй. А кто здесь пылил, лол? Повезло, я не сдох. Кто-то охуенно решил пошутить, видимо. Ты чё, ебануто диспелли? Да похуй, оно в двух мирах не появляется здесь. Так же и в Гере, нахуй. Ну в Гере неплохо, в Гере это хуёво. Ну так они так же делают, блядь. Ну что, чешка есть? А пока... Ой, наруч, наруч, пошли, домой, наруч, блядь. На воротник мне. Пиздец, вот почему в Гере не такой лут? Наруч, наруч. Кстати, так что, Вадикон, ты берешь этот плащ? Нахуй он мне нужен, у меня я такой беру. Же. Понял. Я беру. Забираю. Кого-то забираю. А чё, а ЕП дадут за, вот, за эту хуйню? Блядь, кого-то забираешь. Плащ, по-моему. Дадут. Понял, ладно. Тут просто же без ГП, надеюсь, да? Да, да. И без ЕП. Не знаю, там Дракрила еще нажимал. Смотри. А что, пошли десятку, Гер? У него духовой. Этот получше будет и закрыта. А чем? А может это К25 сходим? Я б нахапало штанишки попробовал бы забрать. Завтра пойдем. К25. Ну, заебись. А за то, что Вайдепель дамажил, что-нибудь дадут? Какое ГП? Без ГП. Тогда ролим, ебать. В смысле ГП? Ну давай поролим разом, роль. Кого вы ролите? Я... Нахуя ему на твина, блядь? Ну, если она пнет... А, ну тем более, блядь. Того, кто ходит в Геру, блядь, ну твой приз еще не ходит, блядь, в Геру. Ну, чё вы, блядь, гоните? Хватай, блядь, подушить, ты чё такое? Ладно, всё, не, давайте просто, до завтра. Это кому надо? Короче, Друид Инвалиду закинул. Всё, до завтра, всем спасибо за рейд. Просто типа, а если чё? Я... Куда ты делся, и... блядь? Ладно, похуй. Друид Инвалиду отдал. Ой, Рависту. Обэмом, блядь. Всё, всем покидало. ББ. Чё, ещё что-то будет? Питфьюри, лох. Я ему портал поставил, он ХС прожал. А ты ему шмотки слова отдаёшь, нахуй защищаешь его. Понял, блядь?